Организация «Помощь церкви в беде» открыла первую школу для детей-христиан-беженцев в Ираке. Представитель организации заявил, что воспитание детей является приоритетной задачей, и фонд очень рад участвовать в строительстве школы, делая небольшой, но важный вклад в присутствие христиан в Ираке. Планируется построить 8 школ, занятия в которых будут проходить в 2 смены. Таким образом, более 7 тысяч детей смогут пройти обучение.